Когда вам нужны деньги, они нужны вам именно сейчас. В отличие от других сервисов, Займер.ру – это робот онлайн-займов. Он работает без участия человека. Как только вам понадобятся деньги, заполните заявку онлайн, и нужная сумма моментально будет отправлена вам на карту. Займер.ру – лучший способ быстро занять деньги. Да. Я буду один. Но мы можем сделать круг. Да. И еще большой круг. Нечего спешить. Вся жизнь впереди. Вот. И нужно ответить. О, блин. О, 0 человек. Читайте нас. О, смотрите нас. Читайте. Блядь, нихуя себе зарос. Так, привет. Нео. 8, 5, 2, 8, 3. Нео, хорошо, ладно. А мне цифры лучше будут. У тебя есть перископ? Да. И... Вот, поделился. Молодец. Вот мы тебе вышли... Он присоединился. А, присоединился. Я думал, поделился. Нет. Вот кто поделится, тому 5 рублей подарю. У тебя их нет. Нет, ну, вот пока есть. Мы скоро будем дома. Скоро. Я через одну остановку. Блин, она скоро выходит. Вот. Читайте нас, блин. Она скоро выходит, читайте. Вы должны это сделать. Да. А это так надо? Да, я дую. Я руку угрею. Что-то выглядит по-другому. Нас все равно никто не видит. Уверен. Смотри, у нас ноль. Хорошо, но вокруг люди. Думаю, что мы поцы. Ты. Я могу быть только поцкой. Ну ты поцка, я поц. Я не хочу быть поцкой. Я тоже. Апа. Да, видишь, вот ты повернул лицо на меня, и сразу же смотрят люди. Где? Вот кто-то присоединился. И ушел, потому что ты слишком белая. Я белая? Да. Ты не нигер. Что тебя любить? Ты читаешь рэп? Нет. Руслан Бурлак к нам присоединился. Ты знаешь Руслана Бурлака? Да. А кто это? Мой брат. Родной. Привет, брат родной. Да. Мы в 15. Едем тут такие. Хорошо. А что фу? Лучше на 12-м, да? Я выхожу вообще. Сейчас я проеду и будет классно. Тебя лайкают. Девочка, тебя лайкают. Девочка. Угадайте, как ее зовут. Там написано в перископе. Да. Ставьте лайки больше. А сердечек. Да. Откуда знает мое имя? Дима? Я Дима, да, я Дима. Ты угадал мое имя? Ну, я просил, чтобы ее имя угадали, а не мое. Подожди, откуда он тебя знает? Я не знаю. Я выхожу. Ну, ладно, пока. Пока мы будем с ней разговаривать. Все. Пожелаю удачи. Удачи вам, любви, счастья, здоровья. Не знаю, пока. Пока. Все, давай. Чао, помбина. Привет. Привет, Юлия. Дима? Вот, я Дима, да, я Дима, да. А откуда вы его знаете? Да, напишите, откуда вы его знаете. Напишите, откуда вы знаете. Так, я учился в 76-й школе. Да. Это где? Это вот наверху. И как там? Выше 5-й. Нормально. Кто? Как ты? Я или она? Я вас до 65. О, привет, братан. Или братуха. Это братан. Братан, привет. Это Руслан. Дима, когда гулять? Давай завтра гулять. Это нормально, это мой перископ. Ну, давай. Давай. Давай вот завтра в 3 часа встретимся. Где? В 3 часа возле 76-й школы. После 76-й школы в 3 часа? Да. Я буду ждать. Капец.
Ты эксплуатируешь меня. Да. Это плохо. Ладно. После 11 давай. В 11? После 11 написали. А, давай. Давай. Все. Пока. Выдают. Пока. Ну вот, теперь у тебя будет друг. Возьмите. Спасибо. В смысле один? У меня один друг Дима. Только Дима. А ты знаешь этого Диму? Ой-ой-ой. Мне сегодня кто-то говорил, что что-то заносит влево. А, пенниборд. Я думала, что это не то. Потому что меня сегодня тоже заносит влево. А откуда ты его знаешь? Я не знала его. Лиська. Видите, где я хожу? В темноте. Какой брат? Мой брат? Блин. Маленький брат или какой? Младше? Или не младше? Ой, да, я появилась. В этом мире безумие. Маленький. Он хорошо, он остался дома с родителями и с бабушкой. Он будет по мне скучать, потому что он меня любит. И не знает. Я не могу найти ключи. Не знает, как будет жить без меня. Ой, боже. А, когда на санке в Дюковском. А, да-да-да. Вот, я о нем. Он остался дома. С родителями. Вот. Сейчас я найду ключи, короче. А откуда вы знаете Диму? Кто такой Дима? Я что-то нашла. Вот у вас тоже такое чувство, когда вы не можете найти ключи, но вы как бы знаете, что они должны быть, но их нет. А... Так, блин, все ждает. А кто ты, кстати? Как тебя зовут? Я тебя знаю? Или не знаю?